Людмила Львовна, что самое ценное вы вынесли с этого семинара? Самое ценное, я знаете, что вынесла, что надо обязательно общаться с нашими высокими лидерами, с нашими растущими бизнесменами, которые самая быстрая ветка. Это такое вообще для нас, вообще такая награда, я считаю. Это награда для нас, что мы можем приехать и у них поучиться. И это надо было давно делать вообще. У них, оказывается, каждую субботу и воскресенье презентации проходят. Мы уже давно могли открыть этот Сочи сами для себя. И тем более они делятся очень щедро. Понимаете? И они успешны. Учиться только надо успешно. То есть я сделала такой вывод, что не надо бояться даже расстояний. Там, где наши сильные лидеры, надо быть нам. Спасибо.